Чувашские кадеты отправились на учебно-полевые сборы в Пермский кадетский корпус имени Кузьмина. Проводила будущих военных и наша съемочная группа. Анатолий Павел. Андрей Егор. На площадке перед железнодорожным вокзалом Чебоксар утренняя поверка. Время раннее 5:30 утра, но для кадет вполне привычное. Проснуться было не тяжело. Собиралась я быстро. Где-то за минут 15 я собралась. Это новый город, в нем я не была. Это было очень неожиданно. Я скорее хотела поехать. На сборы в Пермь отправляются ученики 8-11 классов. Это почти 200 кадет. Дима Межуев среди них, можно сказать, новобранец. Он приехал из Санкт-Петербурга и в этом году поступил в 10 класс. Мои родители военные, и, соответственно, я захотел быть военным, и я думаю, кадетский корпус мне в этом поможет, настроит меня. Мы будем жить при Пермском кадетском корпусе, будет у нас по 4 пары, то есть по 8 уроков, и военные направления. Конечно, я рад и хочу приобрести новых друзей, здесь я приобрел новых друзей, и хочу приобрести новые ощущения и новые навыки. Проводить будущих военных пришли родители и родственники. У Александра Яковлева на Урал отправляется младший брат. Я очень счастлив и очень рад, что такая возможность у ребенка выдается, съездить в другой город. Я считаю, что если мы отдаем детей в кадетский корпус на патриотическое воспитание, где воспитывается мужественный дух, не стоит переживать о том, что ему там будет тяжело, а это как раз-таки будет в нем воспитывать стойкость и мужественность. Такому необычному началу учебного года рада и Елена Петрова. Мы сейчас очень рады, да, поступили, один радость у нас, поступили в школу и сейчас уезжают в Пермский край. Мы будем без них скучать, без детей, чтобы они хорошо учились, слушались, все было хорошо. Учебная программа планируется насыщенная. В течение 2 недель кадеты будут изучать общеобразовательные предметы и заниматься физической подготовкой. Девочка, пиши, как доберешься, смс-очку, ладно, мой мальчик? Пиши, мой родной, обязательно. Вместе с учениками в Пермский кадетский корпус едут учителя. А завтра на сборы в Крым отправятся кадеты младших классов, 5-7. Они будут учиться на базе симферопольского лагеря «Лучистый». А с 21 сентября занятия начнутся уже в Чувашском кадетском корпусе. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.